У них такой замечательный тренер, с которым, безусловно, можно расти и расти. В танцах на льду третье место заняли Шинет и Джон Керр. Брат с сестрой, тренирующийся у Евгения Платова. Они родом из Шотландии. Шинет Керр и Джон Керр. Потрясающей восприимчивостью ко всему происходящему отличаются зрители, собравшиеся на стадионе в Эверетт, штат Вашингтон. Им так нравится все то, что происходит на льду, что как-то даже и не верится в кризис фигурного катания в Соединенных Штатах Америки. Ну, имеется в виду, конечно же, не то, что в Америке некому выступать.